24 марта дежурному пожарной части поступил звонок о возгорании частного дома в субсехе. Это звонила соседка Елена Черепова. Увидела, что Татьяна выскочила с ребенком, который замотан просто... Ну как, вот, представляете, женщина холодно, женщина стоит в халате и держит ребенка замотанного, как это называется, простынь. Теплое. Все. Я спросила, что случилось. Еще не было огня, не было дыма как такового. Был просто вот так. То есть это не был пожар. Это еще не был пожар. Татьяна сразу крикнула: мы горим. Я позвала мужа, разбудила мужа. Он в чем был? Трико, в рубашке, выскочил на улицу. Я уже в это время, то есть муж выскочил, я побежала. Он мне сразу сказал: вызывай пожарную. Я сразу позвонила в пожарную охрану, они зафиксировали вызов. Пока ехали пожарные, глава семейства Станислав Волошин с соседями пытался потушить пожар самостоятельно. По словам соседки, наряд приехал спустя почти час, когда тушить было практически нечего. Этому есть и подтверждение. Вот на мобильном телефоне время звонка, а в документах указано совсем другое. Пожарная ехала очень долго, так что... Как горело, я не видела, потому что я была с ребенком. Но даже если бы пожарные и приехали раньше, вряд ли бы удалось спасти дом. Жилище из деревянного каркаса сгорело практически мгновенно. Облицовка из сайдинга на стене соседнего дома практически полностью расплавилась. Сам же Станислав Волошин причиной возгорания называет замыкание из-за вмешательства грызунов, поскольку сечение проводов в доме более чем достаточное, что исключает чрезмерную нагрузку на электропроводку. Во всем этом, конечно, еще предстоит разобраться специалистам, но факт налицо. Еще дымящееся пепелище дома и семья с маленьким ребенком, оставшиеся практически на улице. Ну, супруги, родственники на этаже живут. Вот у них сейчас остановились, у сестры ее остановились с ребятишкой. Этот деревянный дом строился как временный. Семья планировала построить каменный. Участок в собственности. И Волошины намерены возвести небольшой капитальный дом взамен сгоревшего. Но в одиночку им не справиться. Деньгами вроде как неудобно просить. Да вообще просить как-то неудобно. Ну, помогут стройматериалами, спасибо. Не помогут. Тоже спасибо хотя бы за то, что просто обращаются. Звонят многие, да. Там друзья помогли открыть счет. Ну, карту. Там одноклассники сейчас с интернета вышли, просят счет, чтобы... Ну, поэтому пришлось открыть счет, куда деньги можно будет перекинуть. Вот. Ну, в общем, так. Анапчане сразу откликнулись на беду земляков. Одежды, игрушек и бытовых принадлежностей уже достаточно. Сейчас семье необходимы строительные материалы и материальная помощь. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа регион.